Морской леопард является одним из видов животных, населяющих Антарктиду. Морской леопард – вид настоящих тюленей, обитающий в антарктических водах. Животное имеет своеобразную внешность. У него длинное, тонкое и стройное тело и такая же шея. Небольшая голова. Эти тюлени ведут одиночный образ жизни. Морской леопард питается рыбой и головоногими моллюсками. Также он охотится на пингвинов, а иногда и на других тюленей. Ест мясо убитых китов.